Ребята, всем привет, с вами Александр, и давайте-ка мы посетим наш инкубатор кайнозойский, точнее наш купол кайнозойский. Давненько мы не сражались с этими мега суперсильными тварями, и у нас здесь, как вы видите, предлагают нам сразиться действительно не просто так. Здесь сильнейшие прокачанные противники, ну и давайте будем пробовать что-то с ними тут решать. Так, берем Геанодона. У нас осталось, кстати, 22 минуты на это все дело. Успеем, не успеем. Ну, в смысле, получится ли пройти нам 3 таких боя. Это, конечно, не хихоньки-хахоньки. Потом вот так. И... ну, вот так попробовать. Ну, потому что нельзя взять сразу всех самых сильных. Просто нечем будет сражаться даже на второй бой. Так, сейчас мы Меритерия получим себе в противнике 314 уровня всего-то, навсего. Я помню, он 44 бил, у него был удар. Так, ну против тебя, дружочек, у меня есть супер оружие. Давайте попробуем жуком-оленем его пробить. Брантотерием. А, не, да фигушки, мы его пробьем. Не, ну я его пробил, но хотелось все-таки на 3 проатаковать. Но на 3 я бы не смог это сделать. Сейчас он нас завалит очень, очень легко. Это очень плохо. Так, мне нужно что? Ну, к сожалению, Меритерий здесь ничего не сможет порешать. Блин, он на протакует на все 6, это шикарно, нам повезло. Иначе бы пробивать сквозь щит было бы больно. Так, 2 удара, я сейчас его порешаю за 2 удара. Раз, два. И он труп, это хорошо. Раз, два, поставим сюда, и можно спать спокойно. Так, что там 178 динотерий нам хочет показать? Ну, ничего особенного, я его уже убил. Давай, гибрид крысы и слоника. Так, ну он показал все, что мог. На том и порешили, так сказать. Ах, как клацает зубками. Как будто бы что-то там прям жует, косточки хрустят. Так, и зубы-колышки от Индоминуса Рекса, которые не способны оторвать кусок мяса. Так, бой номер 2. Кто бы сомневался. Это будет у нас танковать. Потом пойдет Титана Боа и Тила Космил. Так, 2 удара... Хотя, кстати, я вряд ли выдержу 2 удара. Надо было и в защиту поставить. Пробил. Ну да. Ну ладно, посмотрим, что я сейчас могу сделать. А я его за 2, наверное, не пробью. Нет, пробил, отлично. Ну, сейчас будет что-то вроде того же, да? Нужно подмениться будет. Ну, всего 2 балла. Зачем я защиту поставил? Он проатаковал на 1. У него 780. То есть, в принципе, вот так сделаем. Все идет по плану, ребята. А, ну так, тут, в принципе, можно пробивать. По-легкому. Но у нас остается еще один третий бой. Так, ну у меня есть еще из кого выбирать, это хорошо. Нет у меня пещерного, правда, сильного, ну ладно.
Проглоти его полностью. Ах, красиво, анаконда шикарно выглядит, да? Уникальная анимация, ни на кого не похожа. Готово. Ну и что? И вот так. Конечно, не очень хорошо. Так, что у нас сейчас получается? Мамонт, он подменится на вот это вот чудовище. Ну, да он его все равно очень быстро будет пробивать, честно говоря. Ой, не знаю, ребята. Затащим, не затащим. Вся надежда только на Мамонта и Фараракса. В принципе, что-то я, наверное, не так сделал, как хотел. Давайте пока что посидим. Блин, если я сейчас подменюсь, будет неаккуратненько. Черт подери! 3 балла, он мне может протаковать на 2. Так, у него по нулям. Раз, два, три. Раз, два. Думаю, Милитерий меня проатакует. 2 удара я по любасу выдержу. Вообще-то все пошло совсем не так, как хотелось. 3. Пробил, подлец. Все, вот это мы слились, ребята. Слились. Блин, 2 их я не пробью. Не так хотел, чтобы все получилось. Должен был погибать мамонт сейчас. Ну и 2 удара я могу только выдержать. Ну какой у нас шанс? Мне нужно бить на 5. То есть он должен меня проатаковать на все 4, а я его атакую на 5, и тогда мы победим. То есть это будет вообще эпично. Эпичная победа, либо, ну, не эпичный проигрыш. Ну, пусть на 6, давай на 6. Ситуация та же, блин. У него 1 балл в защите. Блин, не, повезло. Я думал, он поставил балл в защиту. Yes. Я почему проатаковал? Потому что у него жизни немножко меньше, чем у предыдущего было. Но все равно не хватало, видели, было 4300. Все. Это был супербой. Ух, ребятки. И дали нам Саркозухуса. О, вот так вот. Супер. В общем-то, сейчас нужно будет еще записать бой с вулканом. Да. Ну, а потом приступим к дрожжи земли. Но это, скорее всего, будет завтра. На этом, ребяточки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.